Кожне друге яблуко в Україні побризкане хімікатами. Фрукт здешевшав не дарма. Тепер у ньому не вітаміни, а отрута. Як зрозуміти, що яблучко, яке ви купили, безпечно їсти? Какой химией пичкают яблоки, что их даже черви не едят? Начало морщиться, но не гниет. Микробы его не едят, грибки его не едят. Чем грозит вам такой витаминный фруктик? Получается интоксикация очень высокого уровня, которая приводит до аллергий, до разных побочных эффектов, вплоть до астмы у детей. И как выбрать живое яблоко, чтобы не травануться? Фасованное, да, здесь не попробуешь. Я попробую. Угу. Воск тоже есть. Тонкая, однако, работа. Это яблоко Татьяна купила в супермаркете. Захотелось витаминчиков. И уже пятый месяц хранит его как экспонат. Яблоко при хранении, да, было погрызено каким-то жуком, червяком, мы не знаем точно чем. Кожуру оно повредило, дальше есть не стало. И дальше процесс гниения яблока не пошел. Оно как бы законсервировалось. Если его срезать, смотрите. Слушайте, я был уверен, что здесь уже все внутри гнилое и никакое. Микробы его не едят, грибки его не едят. Так может и людям такие яблочки есть не стоит? Как же понять, что яблоко, которое вы покупаете, содержит не витамины, а химикаты? Яблок вокруг столько, и цены на весну упали. Откуда яблоки? Попильня, знаете. А, попильня? Да. Да, конечно, чего же не знаю. Сколько килограмм? 15. А в магазине и на десятку можно килограмм крупных набрать. Все красивенные и блестят, как лаковые. Именно на этот блеск повелась и Дарья. Я купила 5 здоровенных вот таких красивых глянцевых яблок. Я съела 2 яблока, и где-то через полчаса мне стало плохо. У меня поднялась температура, мне начало тошнить. Вызываю скорую, они ставят диагноз, что якобы отравление. От яблок? Ну, оказалось, что да. После того, как это все произошло, я прогуглила, и оказалось, что для того, чтобы яблоки сохранялись хорошо, и чтобы они были такие красивые, их, оказывается, покрывают какими-то химикатами. Вот я и выясню, покрывают или нет. Покупаю яблоки на рынке, в магазине и на руках у хозяек. И несу в институт. Помогите мне выбрать, что из этого я могу есть. Есть подозрение, что это все натирают какие-то, может быть, маленькие гномики специальным воском. Саме яблуко, воно має природний восковий налік. Все у того, що його миють, його потім покривають або воском, або фруктовим парафіном. Воскування фруктів дуже популярно на Западі. Це захищає плоди від бактерій і продлеває їм молодість. А чим удлиняють життя українським яблукам? Ми відчуваємо, що щось на цьому яблучку є, да, і спробуємо просто знімати з нього покривний шар. Яблоки для чистоты эксперимента я не мыл. И для эксперта я выбрал самые популярные сорта. Айдаред, Киевская зимняя, Голден и Ренет Семиренко. Все от украинского производителя. Голден я встречаю чаще всего. Ну, я вам скажу, ось, зверніть увагу, ну, що какая-то темнота. Є певний липкий покритий шар. Можливо, це дійсно і є той парафіновий шар. Коли я даю це дитині, я буду це обов'язково знімати разом з шкірочкою. Семиренко. О, смотрите, а здесь уже білий воск пішов. Є якесь покриття. Я не виключаю, що це може бути природний воск. Слушайте, а здесь уже так, як перхоть, знаєте? Стружечка пішла, родименькая. Здесь таки уже рука чоловіка приложилась, чи це теж природний? Тут таки, я думаю, приклалася, тому що все-таки в першу чергу аромат. Аромат говорить про те, що його нема. Що я не пойму, якщо чесно. Ну вам пахне? Мені ні. Мені як будто взагалі гнилью пахне. Ну, як будто я сховищем якимось певним. Да. Виглядає дуже гарно, але ж, ну, на жаль, аромату немає. Ну, почешемо. Саме цікаве, що нічого нема. Ну, це, звісно, дивовижно. Вот это яблоко покупал у бабушки. Бабушкино яблоко.
без парафина. На всех яблоках, что из магазина, что с рынка, оказался непонятный якобы восковый налет. И только один экземпляр из трех, который я покупал у хозяйки, оказался идеально чистым. Так домашний хороший, да? А ножечка не машет, попробуй. Сколько килограмм? 15. Ну ничем не обработанное, я смотрю, да? Да давайте, хорошее яблочко. Ну как вы храните? У ящику, в погребе. Солому чи щось кладете? А, газета и все? Да. Вот так, газета наше все. И никакой химии. А как хранят яблоки большие предприятия и фермеры? Голд и Семеренко. Качество, что там черви, чтобы не червивое, не битое, хорошее, чтобы... У меня качество просто не будет. Ага. А я не знаю, вы чем-то их там, ну, обробляете, потому что там, ну, там воском специально, чтобы оно лучше хранилось, чтобы оно красиво было. Оно красивое, ну, все обрабатывается в достаточной мере. Да, конкретно воском никто яблоко никогда не обрабатывает. Вас ввели в заблуждение, но его потом не отмоешь, эту гадость. Ну, это да. Яблоко чистое, оно у меня с газовой камеры, и только недавно камера открытая, поэтому можно без стеснения приезжать брать. Воск страшно звучит, но газовая камера еще страшнее. Фермер, кстати, и не скрывал, что обрабатывает яблочко, просто не раскололся чем. Виктор Петрович, по поводу яблок, у вас есть? Є. Місяць березень, да? Тобто який у них там стан? Чи може вони там гнилі, підбиті вже, зморщені? Стан чудовий. У нас холодильник. Так це ви газом чи просто у холодильнику? Це просто в холодильнику. А, просто в холодильнику. І воно нормально якби, да? Лучшого по Україні не буває. Воску немає. Газу немає, так що звиняйте, в цьому вопросі ми вам не поможемо. То есть обрабатывают все, каждый по-своему, и такими яблоками завалены все прилавки. Пелена, да, полностью пелена. Вот даже, я думаю, что рука грязная будет. Можно ли их есть без вреда для здоровья? Яблоки все обрабатываются по-разному, но сегодня никто не брезгует очень серьезной химической обработкой. Тем более, если в Украине есть какие-то допуски и нормы, то они все слабее. Вспомним, какой сегодня сезон. А вот посмотрите яблоки, которые с моего личного сада хранились в довольно приличных условиях. Вот это ничем абсолютно не обрабатывается. Не обрабатывается. Самое время почувствовать разницу. Дачное, рыночное и магазинное. Разница очевидна. Это яблочко уже поморщилось, а этим хоть бы хны. Съедобное яблоко не может лежать и не портиться. Все препараты, которыми обрабатываются яблоки, нацелены на то, чтобы угнетать микрофлору, которая разрушает, гниль вызывает. Если этот же препарат попадает к вам, ваша микрофлора тоже умирает. В том числе и полезное. Приводит к брожению, вздутию кишечника. Если я каждый день буду есть эти яблоки, а я реально их фанат, то что со мной может случиться? Консерванты в виде Е, вы их знаете весь список, накапливаются. Организм не успевает их вывести. Получается интоксикация очень высокого уровня, которая приводит до аллергий, до разных побочных эффектов, вплоть до астмы у детей. Узнать, чем обрабатывается эта кожура, в Украине практически невозможно. Но я сейчас попробую. Берем яблочко, моем. И сейчас медленно, не спеша, заливаем горячей водой. Посмотрите, как чудно скатываются капельки. Автолюбители должны использовать этот эффект для того, чтобы обрабатывать свой автомобиль. Не должно так. Не должно так. А вот смотрите, видите, плавают какие вещи сверху. Горячая вода помогает нам увидеть что? Помогает нам понять, есть ли и какой слой напыления на яблоко тех веществ, которые вы не можете смыть щеткой. Смотрите, видите, такие смотрите, полосы, капель. Как лужи, да? Вот так элементарно вы можете проверить, обработано химией яблоко или нет. А липкие на ощупь яблоки обязательно вымойте горячей водой со щеткой. И еще кожуру срежьте. В ней витаминов уже давно нет. Кто-то ходит с ножичком в лес собирать грибы, а я с ножичком теперь за яблочками хожу. Ну вот это видно, что более-менее живые какие-то. Вообще не пахнет. Сейчас попробуем пошкрябать. Есть тоже. Исфасованное это точно будет.
вот оно по-любому будет липкое. Да, да, здесь не попробуешь. То же самое, видишь. Угу. Воск тоже есть. Ну, айдаред тоже. Везде воск. Если мы брали у бабушки, что было? У бабушки было все хорошо. Ну, то есть оно даже не шкрябалось. То здесь шкрябалось.